Анонс и дата выхода 41 серии турецкого сериала «Мои братья». 41 серия сериала выйдет в эфир 26 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Акиф стал возмущаться, когда узнал, что Небахат привела в дом Шенгюль. Она уверяет, что Шенгюль ничего не помнит, но Акиф просит увести ее отсюда. Асие и Дурук проводят вместе время, и он пытается сделать все, чтобы они снова были вместе. Шенгюль при всех указала на Акифа и сказала, что этот человек – убийца. К ней вернулась память, и она все вспомнила. Только Акиф и так и остался безнаказанным, так как у Шенгюль нет никаких доказательств на руках. Харика советует своей матери не упускать такого мужчину, как Рисул. Сам Рисул купил кольцо, и он хочет сделать предложение руки и сердца Сюзан. Как только они встретились, то он сказал Сюзан о том, что между ними больше не осталось никаких препятствий, для того, чтобы они смогли прожить вместе счастливые дни. Акиф подобное положение не устраивает. Он пришел к Сюзан поздно вечером, и она была удивлена, увидев его на пороге своего дома. Толга вступает в сговор с Эмиром и новенькими девочками. Теперь Толга намерен перетянуть на свою сторону Харику и считает, что для Огулджана это станет большим ударом. Омир следил за парковкой, и в этот момент пришли неизвестные молодые люди. Они собираются разобраться с парнем и стали избивать его. Напомним, 41 серия сериала выйдет в эфир 26 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.